На сегодняшний день мы закончили монтаж временного остекления окон в доме на Садовой. Соответственно, в ближайшее время мы приступим к отделочным работам. Помимо этого, смонтированы уже стояки отопления и стояки горячей и холодной воды на этажах. Сейчас заканчиваем кирпичную кладку в офисной части здания. Закупили радиаторы отопления, которые будут установлены в квартирах. Это будут радиаторы фирмы Будерус, стальные, с терморегуляторами, с высоким коэффициентом теплоотдачи.